Тыгает уже здесь. Да, просто ждать. Можно бегать. Типа, можно двигаться, но... Главное, к ним не... Не подходить. По идее, тут уже ничего не сделать. Я единственное думаю, что... Игра вроде не лагает. А то так можно каких-нибудь лагфреймов заработать, и в итоге... потерять там секунду и уже все не поехать. Так что, наверное, лучше все-таки не двигаться особо. Когда будет 19:58, должно закончиться. Но там, может быть, я как-то сплитнул немного криво, это потом модеры пересчитают, но в любом случае главное паузу нигде не жать. Единственный способ не взять здесь VR, это нажимать паузу среди игры. Миллисекунды? Да, там миллисекунды будут одинаковые, насколько я понимаю. Если человек прошел игру и он нигде не жал паузу, то время должно быть всех одинаковое. Разве что лагфреймы могут реально вот за счет них отличаться. Но мне такое ощущение, что здесь вообще нету особо лагов. В God Fighter, кстати, тоже не считают миллисекунды, хотя там действительно, там 10 VR-ов.
тоже почти у всех одинаковое время. И миллисекунды не считают, хотя вот в той игре они действительно могли бы что-то решить даже, возможно. Потому что там... ну там нет такого, что игра через просто вот определенное время длится и все. Там в зависимости от разгона можно чуть-чуть потерять, но при этом оказаться все еще в пределах одной секунды. Поэтому там я бы ввел миллисекунды. Хотя, может, и не надо, потому что у меня сейчас VR там, а потом окажется, что на самом деле VR не у меня. Так что мне это просто невыгодно, но, наверное, так было бы правильнее. Да и в целом можно было попробовать улучшить, если бы оказалось, что я там где-нибудь несколько фреймов потерял на ускорение. Как-то игра работает, ну 20 минут сидишь в ней, и игра пройдена. Только по идее как бы надо тут ставить ловушки, там убегать от этих вот, значит, двух челов. Можно их заглючить просто, и все. Ну, это... Если бы так было, я бы даже не стал врываться. Почему не сделать глич с категорией? Вот я чуть не понял. Чуть непонятно ничего? Да что непонятно? Что именно непонятно? Как работает глич или... Типа суть игры непонятная вообще, как тут геймплей устроен. Как VR происходит? Ну в VR... В смысле, как происходит? Пройти игру надо. Если ты пройдешь игру без нажатия пауз, у тебя будет VR. Потому что игра длится у всех одинаковое время. Потому что тут игры продержаться 20 минут. Продержаться 20 минут, у тебя VR, как бы. Все логично. А как тут еще может быть VR? Быстрее никак не получится пройти, но и медленнее, только если паузу специально нажать. Привет, Джеймс. В смысле, гоню? Чего так все удивляются? Как будто никто не видел, что эту игру Дэми ранил год назад, например. Все пропустили. Я уже год назад хотел ее спидранить, но что-то тогда... На Рутфайтере остановился, а до этой не добрался. Вот решил все-таки разобраться с ней. Ну там несколько человек есть, у которых не VR. 164 VR, и там несколько человек внизу, у которых не VR, но они паузу жали, я так понимаю. Это единственное объяснение. Ну, сделать ран, да. Как это еще назвать? Если запись прохождения выложена на спидран.com, это спидран и есть. Нет, тут еще глич надо вначале сделать. Я еще минут 10 там или у того учил глич. Я подумал, что вот в этой игре, конечно, можно было бы сделать глич через категорию.
и там, ну, то есть реально, чтобы нужно было играть, уклоняться там от этих чуваков, все 20 минут бегать. И, конечно, меньше человек бы ту категорию прошли, потому что, ну, так, конечно, проще намного. Я бы точно не стал запариваться. Хотя я думаю, что ее и так пройти не очень сложно, наверное, если тут какие-то тактики изучить, как оптимальнее всего там собирать ловушки, как их ставить. Но это проще, наверное, тем, кто все-таки играл в эту игру, там, в детстве, например. Традиция для истории? Не, я наоборот хочу как можно меньше всего говорить, чтобы как можно меньше моей болтовни попало потом в ран. Это же все сохранится, блин, а я сейчас что-нибудь скажу, и потом кто-то это увидит. Нафиг. Фильм МК-1, я не смотрел МК-1 ни одну часть. Да, тут тоже надо продержаться 20 минут, только по-нормальному. Они как бы бегают по всему дому, и ты должен от них убегать, собирать ловушки и подкидывать им ловушки, чтобы они тебя не поймали. Вот, 20 минут, просто 20 минут, чтобы они тебя не схватили. Если они тебя ловят, это гейм-овер. Вот, ну и тут дом полный всяких ловушек, у них, видимо, разные, может быть, действия, хотя я даже не знаю, тут... Вот из тех, которые надо подбирать для этой страты, они просто их... От них падают, просто после некоторых они дольше лежат, а после некоторых меньше. Это вот единственная разница. Может быть, есть какие-то еще ловушки, которые по-другому работают, я не знаю. Но в целом игра довольно такая однообразная, и 20 минут... Типа, мне кажется, она надоедает быстрее, чем проходится, если вот по-нормальному играть. Не, ну помимо того, что я 10 минут ее потратил, чтобы ее выучить, потом еще 20 минут, чтобы сделать ран, и потом еще надо будет его еще вырезать, загрузить. То есть это минут 40 точно уйдет у него. Я переехал куда? Где нет, я уже давно просто в другую, из другой комнаты стримлю. Уже, наверное, месяца 4, я не помню. Что такое? Робокоп на Сеге. А, ну Робокоп против Терминатора. Это было... Это был месяц назад или два месяца? Два, по-моему, два месяца назад было. Реджик Про. Да, мемная игра. Вовремя зашел. Можно пока подумать, что делать после... После тирана. Глыщу Тетрис. Не знаю, сейчас пока что-то не очень хочу в Тетрис. Я просто не спал уже. Ну, вот когда я запускал стрим, и я с тех пор не спал пока, и я довольно сонный сейчас, мне кажется,
не совсем в состоянии, чтобы в Тетрис сейчас играть. Наверное, в другой раз. Блин, Жек-Про реально все осуждают, как Моторы. У меня уже такую власть ощущает, что... Не, я знаю, да. Мне кажется, последнее, что модек должен делать, это, значит, делать так, чтобы люди уходили со стрима, потому что их оскорбляет модек. За такое вообще... Как у вас Dragonfly? Другим зрителям? Да вот это я не знаю, типа... Сделать голосовалку... типа... забрать ли у Жека Про модерку? Мне кажется, что большинству либо пофигу, либо они скажут не забирать все-таки. Не, если будет 99 точно не будет. 59, если будет, это если я поздно сплитну. Или если я рано сплитнул вначале. То есть, может быть, но... Мои сплиты-то, они могут быть неточные. А так как я паузу не жал, то после... Ну, модератор пересчитает, и там в любом случае будет 58. Такая игра, которую... Не, спидранить которую можно одновременно еще какую-нибудь игру заспидранить, пока ты тут стоишь. Не, если бы зависла музыка, блин, тоже зависла. Я могу даже подвигаться немного. Ну, не хочу ничего испортить, хотя тут... Это уже нереально тут что-то сделать. На паузе делать нечего.
все. Прикольно что. Надо же какие-то во время спидранерского отпуска своего все-таки что-то на спидранком загружать. Вот будет